Всем привет, друзья! С вами детектив Моррис, и мы находимся в вечернем Моррисе. А это, смотрите, какой человек. Санек приехал к нам, давно его не было. И сегодня мы как праздник делаем разоблачение на Игоря Ковтуна. Разве не Войтенко? Не, не Войтенко. Игорь Ковтун наш братишка поистине. Но все равно, так как вы написали кучу комментариев, что нужно Игоря разоблачить, сорян, братан. Начнем, наверное, с того, что я могу сказать так. Игорь — это, блин, охренительная форма, охренительные показатели. Безупречные просто. Да, да, идеальная форма исполнения тяжелых атлетических упражнений, тяжелых гимнастических упражнений и все. То есть веса топ, форма топ. Ну, тут придраться к нечему. В принципе, он идеальный атлет, как бы и как гимнаст, и как, можно сказать, мэнс физик, и то же самое в пауэрлифтинге. Да, во-первых, мы должны сказать, да, что Игорь как бы не позиционирует себя как химик, он не позиционирует себя как натурал, он вообще обходит эту тему и не говорит. Это правильно, я всегда говорю, что это правильно, потому что смысла нету говорить, да, если он скажет, что как бы он химик, то все такие... Все отпишутся и скажут, эта форма невозможно достичь. Да, да, эта форма невозможно достичь, типа нафиг, да, тут. Вот, а если он скажет, что он натурал, все скажут, ты врешь, ты все равно химик. То есть... И как бы да, если в итоге окажется, что он не натурал, то это как бы получится, что он вам врал. Да, это бредятина. То есть он просто сторонится, просто лучше не сказать, чем сказать и потом облажаться на это. Мы, естественно, на 100% не можем говорить, химик он или натурал, но мы можем вывести свои предположения, что либо, мы в этом видео и сделаем. Либо постоять со свечкой. Либо постоять со свечкой. Давайте посмотрим на силовые Игоря Ковтуна. Ну, для начала нужно сказать, что он весит 75 килограмм примерно, плюс-минус. И рост у него вроде около 175, не знаю. Один в один, как да, я. То как есть вы Санёк. Видели мои показатели, я скажу просто очень коротко. Да, я... многие люди уже как бы подписались после тебя. Давай ты скажешь, сколько у тебя жим максимальный? Ну, да, вот я занимаюсь 5, уже даже 5,5 лет. И все это время я занимаюсь в зале. Максимальный мой жим при весе 75 килограмм, я максимум жал 120 на один раз. Причем Санек больше мезоморфный тип телосложения, да, он набирает хорошо массу, руки, да, у него короткие рычаги, у него большие плечи генетически. Санек один из тех, про кого я говорил, что у моих друзей есть, ну вот, здоровый такой корпус, да, там грудь здоровая, плечи здоровые, это Санек один из них. То есть он мезоморфный, просто генетика жимовая. Он да, 120 я предрасположен к жиму лежа. То есть 100 килограмм для меня 120. При моем весе было там на 10 раз пожать, это было нормально. Вот. Теперь давайте сравним показатели Игоря. А, кстати, сколько ты приседал? Ты приседал когда-нибудь вообще, да, делаешь это? Приседал я. Какой даже приседал? Приседал я, скажу, где-то лет 16. Я давно приседал. Максимум было это 130 на раз. 130 на раз. У Игоря Ковтуна, значит, жим 170 килограмм на 2 раза. То есть это на 50 килограмм больше, еще и в двух повторениях. То есть... Я вам скажу так, предыдущее, короче, разоблачение было Дэвида Лейда. Дэвид Лейд делает 170 на 1. Игорь Ковтун делает 170 на 2. То есть, да, в принципе, мировой атлет такой, как Дэвид Лейд. Да. Делает то есть, меньше. Представьте. Дальше, тяга становая у Игоря 245 килограмм. Я делал 150 на раз. 150. Это возможно. Это было так, вот честно вам скажу, я качал ноги в тот момент. Я делал 120. И это было настолько, ну, в общем, это была ужасная техника, там, стиль срущей собаки, это, короче, это был кошмар, но я еле-еле вытянул, это было 150. Игорь 245. При 95 том, килограмм было. Да. При том, короче, нужно учесть, что Игорь эктоморф чистый. Вы видели вообще его до того, как он начал заниматься? Ну, Андрич. Он просто худейший был, просто в хламину. Дальше, значит, присед у него 215. У тебя сколько был? 130, и то тоже я вам скажу. Я не досел где-то вот столько, то есть это было адски сложно. Адски. То есть Санек занимается постоянно в зале, постоянно делает вот это как раз пауэрлифтерская вот эта фигня, да, да, вся жима, вот это базовая, да. При том, что у меня короткие рычаги, у меня генетика, я с детства, я пришел в зал, я уже был сильный. То есть Санек занимается в натурал. Вот, нужно сказать, что Игорь вначале был худой-худой, потом как-то резко такой бам, у него запустение какое-то на канале было, то есть он снимал-снимал видео, был худенький совершенно, потом бам, там через 2 или 3 года снова начал снимать и уже здоровенный. Ну, то, что я видел, вначале он, когда снимал, он как бы делал вот эти все элементы. То есть я могу сказать, что вот все элементы, которые он делает, он делал даже тогда, когда он был достаточно худой. Да, то есть он делал в такой технике, я думаю... В воркауте он просто бомба. Он идеальный, да, для воркаута он подходит.
Но когда он, да, он так резко начал набирать, при этом сохранив всю свою вот эту гибкость, и, то есть он как бы накачался, при этом смог то же самое все делать в воркауте. Да. При том, что у него вес-то выше. А когда, представьте себе, при там 60 килограмме делать идеальный передний вис или идеальный горизонт, и при 80 там или сколько он весит делать такое же, это просто пипец. Но мы сразу же хотим сказать, что мы Игоря не оскорбляем, не унижаем, он красавчик, мы ему респектуем. Но просто так все как, да, просто все спрашивают, химик он или нет, мы разъясняем. Значит, смотрите, он был худой, потом резко заплывший стал, огромный такой, вот тут фотки будут приложены, а потом он стал нереально рельефный, то есть здоровая масса и сухая прям, ну, то есть он жира... набрал примерно, ну, грубо говоря, двадцатку. Набрал, наверное, очень сухих, много, да. Сухой мышечной массы он набрал. То есть вообще, да, для чего принимают вот запрещенные препараты? Для того, чтобы как бы оставить мышечную массу и согнать жир. Да. И, естественно, будет вот это выглядеть как большая масса, да, но она сухая будет. Ну, это можно объяснить даже тем, что, допустим, я могу набрать. То есть для меня такой вот вес, как 75 килограмм, при таком росте... Ну, ты жирный росте, будешь. Да я и сейчас, вот, да, ну у меня вот форма как бы, я достаточно жирный, но сейчас я уже больше. Но даже на тот момент во мне реально, ну вот килограмм 7 было такого жира, то есть если бы, чтобы выглядеть так, как он, при таком же росте... И при 5 годах занятиях мне нужно весить 62 килограмма, ребят. 62 против 75. То есть, представьте, самое важное это понимать, что если ты натурал, то ты будешь худой и такой сухой, рельефный, сухой. Спроси. Либо если ты натурал, но большой, да, но ты будешь жирный. Ты будешь здоровый и сильный, но да, при этом ты будешь выглядеть, как будто ты вообще не занимаешься. Нет такой середины, ты весишь, вот, например, 90 килограмм, и ты капец какой сухой, да? Такого, ну, даже у натурала, ну, вряд ли. Очень редко, да, чтобы ты... Если у тебя, конечно, рост высокий, там, под 1,90 м, под 2, естественно, такое возможно из-за твоего роста. Но если ты там ростом, как Санек, допустим, сколько ты там? 175. 175, если он весить будет 90 сухих, вы офигеете просто. Да, для натурала это невозможно. Даже 80 сухих ты не сделаешь. Да. Реально, то, что я читал, по крайней мере, и в английских источниках зарубежных, как бы, научные данные, это то, что рост примерно минус 105 килограмм, рост минус 105, и это получится ваш вес, да, при примерно 10%. То есть при мне это 70, то есть при росте 1,75 м это 70 килограмм, достаточно сухих, вот даже чуть-чуть подзатуше, чем сейчас Артур. И вот это реальная форма, достижима натурально. То, что вы смотрите там на профессиональных атлетов, это круто, понятно, что там офигенный уровень, но если вы начнете себя сравнивать с ними и равняться, у вас просто, ребят, не получится. Вы потеряете мотивацию, перестанете тренироваться. Вам больше смотреть нужно на реальные цели. Да, для чего вообще вот принимают химию? Во-первых, это принимают для того, чтобы выступать на сцене, да, чтобы быть качки, чтобы быть первыми, либо для того, что, ну, например, как блогеры, фитнес-блогеры, у нас куча вообще химозных на ютубе, но они для чего принимают? Они принимают для того, чтобы бизнес, показывать свой результат и продавать программы тренировок, либо там еще что-то делать, ну, короче, зарабатывать на этом деньги. А люди такие типа, эй, ну ладно, купим у него программу и станем такие, как мы. Вот, такие вот дела. Ну что, можно подвести итог в том, что если вы... Ну смотри, знаешь, что можно сказать еще? Что Игорь как бы занимается примерно около 7 лет в общем, да? Ну да. Вот, он занимался в зале, там веса огромные тягал. Ну, естественно, сейчас он уже много лет занимается воркаутом, чисто по элементам. Ну, естественно, там, не знаю, наверное, с весами немножко занимается. Ну и опять же, знаешь, еще вот что можно заметить? За последнее время я заметил, так я на него подписан. Ту форму, которую он имеет сейчас, если, как он говорит, он уже не занимается в зале, мышцы имеют такую функцию. У тебя есть такие мышцы, допустим, у тебя такая грудь, которая тебе нужна, чтобы жать, допустим, 150 килограмм. Если ты будешь там отжиматься просто на брусьях, тягать 100 килограмм, но не 150, у тебя мышцы уменьшатся. Ты можешь заниматься как угодно, тяжело, но если ты как бы снижаешь свой нагрузочный вес, то есть вот этот, который там, допустим, 150 на 5 повторений, если ты будешь делать 100 на 5 повторений, у тебя мышцы просто будут меньше. Да. А он оставляет абсолютно тот же результат. То есть он, грубо говоря, сейчас не качается, не жмет эти 170 на 2, но у него такие же размеры, как при том, когда он жал. Просто так не бывает. Ну, то есть еще такая тема, можно заметить, да, что у Игоря очень часто сейчас меняется форма. Ну, откаты, то он заплывает, да, откаты происходят, то он заплывает, то заново сухой, там, за месяц буквально вот это все, тык-дык-дык-дык. Ну, вот, и такая тема получается, что он занимается примерно 7 лет, я занимаюсь 11 лет, ну, и он гораздо больше выглядит меня, хотя он, ну, в большинстве случаев он занимается воркаутом, да, там элементы и все такое, я занимаюсь стритлифтингом и в зале занимаюсь, то есть я работаю всегда с весами, я со своим весом практически не занимаюсь, занимаюсь подтягиванием с большим весом, отжимания на брусьях с большим весом, вот это мое. Но я не раскачался почему-то так, блин, до таких размеров, как Игорь Кофтон. Да, ну и то же самое по силовым, как бы. У меня хорошая генетика силовая, я всегда достаточно жирком, то есть и у меня короткие рычаги, то есть, в принципе, я идеальный жимобит. Но даже приблизиться к таким результатам, как
170, и причем за пару лет, если это бы это невозможно. Было там за 10 лет. Я смотрел интервью Игоря прям на GOB channel, GOB, короче, channel, прям этот, Лусенко ему звонил, и Игорь говорит, что за полгода он вот такие результаты сделал. Он в зал ходил, и 170 килограмм за два раза, на два раза пожал. Блин. Я за первые два года добавил, наверное, ребят, да я первые два года пахал, чтобы сотку на раз пожал. Да. Я сотку тоже вот при Артуре пожал на раз, тогда я, это было так сложно. Это реально, это, если вы натурал, то можете расценивать. Если вы меньше, чем 80 килограмм весите и жмете 100 на раз или более, это, реально, круто. Это реально круто. Это просто круто. Если вы весите меньше 70 и вы делаете там 100 на разы, это реально это круто. Круто. Это хороший уровень. Не смотрите на то, что вы не будете жить 200 на 20. Это не будет такого. Это невозможно. А многие, знаешь, говорят, типа, вот там всякие воркаут-атлеты, которые там отжимаются на брусьях, мировые рекорды ставят, типа, я не натуралы. Блин, ну это невозможно. Нет. Где есть соревнования, это уже не натуралы. Почему тогда химики не становятся мировыми рекордсменами, да? А натуралы становятся, а химики нет. Ну что за бред? То есть все химозные. Все, кто мировые вот эти рекордсмены, они все химозные, скорее всего. Да? Ну да, ну а как по-другому? Я не знаю. Просто... Такие силовые иметь, это жесть. Нет, просто это даже большой сам... Вот вы, как объяснить, вы даже сами посудите. Допустим, в соревнованиях всегда есть призовой фонд. То есть для человека, который этим занимается, он тратит свое время, свою энергию, там, он уделяет меньше времени семье и друзьям на то, что он занимается, много денег вкладывает, он хочет какую-то отдачу получить. Ну, да. Если он будет натурально выступать, то есть у него цель быть лучшим, поэтому ему нет смысла отказываться, вообще, то есть это для него помощь, для него это не нужно осуждать людей, которые принимают стероиды, потому что они помогают, им нужно быть первыми, чтобы вернуть вот это усилие. По-другому никак, в натураху невозможно. Ну что, друзья, спасибо большое за внимание, да? Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, Игорь не обидится на меня, братан, сорян, если что. Но наш вердикт, естественно, химик. Сорян, потому что, да, такие результаты для натурала невозможны. И все, как бы, люди нормальные, адекватные атлеты, они понимают это. Естественно, дети, они будут говорить, что ты там несешь. Ну, можно, да, просто для ребят сказать. Это чисто, на самом это деле, наше это больше мнение? Сугубо наше мнение. Во-первых. Мы вас не убеждаем. Да. Не нужно писать Игорю в комментариях, что он там химик. Да. Это наше мнение, основываясь на нашем опыте тренировок. Возможно, там раз 300 возможно, лет и палка да, стреляет, да. Может быть, он реально крутой атлет, и он натурал. Но просто это маловероятно, даже в связи с тем, что да до хрена этих ютуберов, которые все говорят, что они натуралы. Но это явно не может быть так. Ну все, друзья, подписывайтесь на нас, ссылочка в описании, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, кого обозреть в следующем, кого разоблачить. Пока. Пока.